Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу вам, как стирать вышивку. Вышивка бывает разная, и в зависимости от того, как вышит, каким образом вышит и чем вышит рисунок на вашей одежде, от того и зависит, как мы будем ее стирать. Вышивка бывает разная, и, например, вышивка может быть сделана бисером. Вот таким образом. Очень часто бисером украшаются разные блузочки. И, конечно же, вот такую вышивку бисером, может быть, какими-то камушками, либо вышивка может быть крестиком, мы стираем только вручную. Ни при каких обстоятельствах мы в стиральную машину такие вещи не кладем. Потому что, во-первых, вещь эта испортится, рисунок испортится, а во-вторых, может испортиться и сама стиральная машина, потому что это все может отпасть, особенно может быть. Частички эти будут большими и испортить стиральную машину. Но кроме, скажем так, ручной работы такой вышивки, бывает и компьютерная вышивка, графическая, скажем так, вышивка, которая широко используется на каких-то постельных принадлежностях, на кухонных принадлежностях. Очень часто можно встретить на полотенцах. Это тоже считается вышивкой. И такую вышивку мы можем стирать в стиральной машине. Стираем мы такие вещи при деликатном режиме или при ручной стирке, но при добавлении щадящих моющих средств, не агрессивных, с добавлением, например, гелей. Стиральный порошок не рекомендуется добавлять, также без кондиционеров, без отбеливателей, без ополаскивателей и каких-то пятновыводителей, потому что, конечно, это все портит вышивку, это все портит рисунок. Стираем мы при температуре 30 или 40 градусов, но лучше при 30, чем меньше, тем лучше. Также вышивка очень любит у нас воду, и непременно нужно ставить дополнительное полоскание тогда, когда вы стираете одежду с вышивкой. Также смотрите, чтобы при стирке, когда вы стираете вышивку, в барабане машины было минимальное количество вещей, потому что вещи будут соприкасаться друг с другом, и большая вероятность того, что нитки, рисунок могут зацепиться друг от друга и распуститься. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!